Отец погиб, ушла добровольно. Ну, в 15 лет, 4, даже 15 не было. Но я в детстве занималась радиолюбительством. Прошла фронт до Вены, а там с Японии еще, до Чанчуня. Вот так, демобилизовался в 46-м году. Сначала начал на Курской дуге. С Курской дуги мы нас повернули направо, короче, на Белоруссию мы пошли. Белоруссию освобождали. Потом Польшу освобождали, на Висле меня ранило, и пошли до Берлина. Берлин мы прошли, вышли на Эльбу, нашу армию все быстро занять, потому что по постановлению правительств Эльба была границей между ними, американцами, англичанами, и нами. Мы вышли на Эльбу, мосты развели, короче говоря, ни американцев, ни англичан к нам не пускали. На Черном море закончил войну. Впоследствии был переброшен на Балтику и там служил на бывших немецких кораблях, которые привел в Россию. Я родилась в Донбассе. И поэтому оттуда нас... Спасибо. Мне там и взяли. Когда подходил к Донбассу немец, нас, я уже была в 10 классе, и нас всех наших учеников забрали на окопы. И мы стали окопы рыть. Когда подошел близко немец, нас всех зачислили. Кто куда. И так я прошла всю Украину, первую Польшу, потом Венгрию и так дальше до Германии. Еще не закончил 10 класс. Нас всех взяли с 10 класса, а потом эти аттестаты нам досылали. Да, вообще у нас много было девушек это самое, в нашем полку. Мы между собой дружили и все. Каждый раз, как только завтра будет 4 часа, обычно поднимались, немцы спят, а мы их потревожим в 4 часа. И начинается артподготовка, ну, чтобы мы не как сказать, и все бойцы мне это по сторонам давали. А я выпивку не любила. Вот наша дивизия. Мы приходили здесь когда-то по 100 человек, а сейчас вот осталось нас всего жалкая кучка. Мы всегда говорили, все девчонки, как только начинается что-то, мы говорили, если смерти, то мгновенной. Никому не хотелось оставаться калекой. В 45-м году. Ну, как встретили? Ну, как победу встречают? Ну. Я встретила ее в Вене. Вот. Ну, ликовали, радость, а потом огорчение. Что, ну, как же, в пульманские вагоны посадили на восток с Японии. Это было обидно. Ну, что делать? Наш весь фронт перебросили. Да я до сих пор не могу понять, как нам удалось это победить. Это тайна, этот секрет, это как бы, ну, вот моим современникам, моим ровесникам ответить на этот труд. А победу встречал на Эльбе. Нам сообщили в 1 часов вечера. Германия капитулировала. Что началось? Стрельба! Такая по берегу этой Эльбы. Американцы сполошились, что такое русские стрельбу открыли среди ночи, так? Все ракеты выпустили, все эти очереди, которые на ленты выпустили в воздух, все это, салют. Всю ночь никто не спал, рады были, к войне конец, все. И за столько лет мы с мужем часто встречались вот в этом парке. А вот за несколько лет я сюда не могла прийти по состоянию своих ног. А сегодня такой хороший день, такое хорошее настроение. И я немножечко как духом поднялась. И меня внук сопровождает на этот праздник. Выходила, песни заводила. Я слышу.
Я вообще-то, как сказать, в детдоме была. А потом нас в детдом эвакуировали в Казань. И прямо на работу нас устроили. Мне, наверное, 15 не было. Воевала на Дальнем Востоке с империалистической Японией. Только. Меня 17 лет призвали в 43-м году в армии из Архангельской области. И сразу на Дальний Восток. Я воевал только с Японией. Наводчиком противотанка ружья. Подбивал японские танки. Нас собрали всех. И, значит, давайте вкалывать до фронта. И на заводе ночевали, кормили нас. Для фронта. Кто дадут, то котлетку какую-то, картофельную. Или манную. Вот да, и да, все. Вот да. Наша жизнь. В Харбине я влюбился в девушку. Значит, она русская. В Харбине очень много русских, это столица Маньчжурии. Так не влюбился, чуть не остался там в этой, в Харбине. Но солдатам нельзя было, это, значит, как дезертирство, я не мог. Так я влюбился сильно в ее, между прочим. Ой, что было тут. У нас зенитки, вот здесь зенитки стояли. И зенитки стояли, вот где мы с ней на потылях там и были. Мы на Мосфильме жили. Зенитчики тут же с гармошкой к нам идут. Победа! Всех нас разбудили. Там хватали нас военные, прям кружили. Танцы такие устроили, военные все. Встретил победу в санчасти. И там что творилось, все плакали от радости. Стреляли там, у кого были оружие, там оружие, оружие. Все плакали от радости.